Друзья, всем привет! Скоро стартует новый сезон, и в нем нас ждет очень много всего интересного. Как вы видите, будет зимнее оформление, старая арена зимняя, но мы на нее чуть позже посмотрим еще. И давайте рассмотрим Патрояль, потому что здесь очень много новостей радостных для нас, друзья. Здесь подробно ничего рассматривать не будем, все как обычно. Нас интересует больше книга, конечно же. Ну и, естественно, этот сундук уже теперь будет постоянно здесь присутствовать на 30 уровне Патрояля. Но какая же все-таки книга в Патрояле следующего сезона? И это легендарная книга карт, друзья. Это замечательно. Наконец-то, в честь праздников, видимо, дадут нам улучшить легендарочку при помощи книги. Этому я лично рад. Ну и, друзья, это не все. Конечно же, ждут нас новые эмодзи, изменение баланса, что более важно. Но обо всем этом вам подробно рассказать я не смогу, потому как сегодня будет финал Clash Royale лиги. Я должен к нему готовиться. Спал я сегодня 3 часа. В общем, проблемы большие, времени мало, поэтому озвучить толком этот ролик я не успеваю. Но я думаю, что вы все и так без меня поймете. В конце только видео я выскажу свое мнение по изменениям баланса. Озвучивать все видео целиком я не буду. Приятного просмотра. Первые эмодзи с кабанчиком за испытание. Очень прекрасно, что снова вводят эмодзи за испытание, которые можно получить абсолютно бесплатно, пройдя этот челлендж. Вторая эмодзи — это Патрояль эмодзи. И третья эмодзи — это эмодзи в магазине, будет доступна только за денежки, друзья. Ну а теперь давайте посмотрим на старую, точнее новую старую арену. Если вы забыли, как она выглядит, это зимняя арена. И также давайте посмотрим на скины для башен. Затем перейдем к изменениям баланса, но этого я уже не буду озвучивать, друзья. We're invincible.
If it has to happen, probably.
me. I would just pull the trigger. Well, actually, that's a fact. My vision's getting bigger. Cause if you try to hurt my fam, if you try to take my dream, if you try to curse me now, if you try to hurt my team, I'll kill, destroy. Yeah, that is just what I mean. I don't really mess around. Yeah, yeah, we're going where she is. Yeah, that warrior spirit inside my chest. That warrior spirit inside my chest. Yeah. That warrior spirit inside my chest. Man, you can feel the energy. You know that I'll be next. Honestly, this as I take those things that I really just want. I don't wanna be average. I just wanna go and be the one. I've been marching, man. I'm coming up for that win. How it goes, cause I really want that castle, yeah, I really want that throne, yeah. I want the throne I gotta be, yeah, something great that you will see, up to a high standard, I don't wanna be average, I just wanna be me, so you know what I'm chasing, yeah, I come with the storm and I make it the rain like I be Gagey, man, I really gotta make my moves, but I just gotta use my motivation, I just gotta use my motivation, man, I'm talking all that I got, man, everything that's in my tank, my chest, I just gotta give it a love, I gotta walk, just bleed, eh. I gotta go and be a monster all up on the spike, cause I gotta grind all of these hours, you see me up in the studio all alone, busy working in my zone. That's the thing that y'all don't know, y'all just think I'm lucky, bro. Y'all don't know all the hours that I really spend, yeah, really working hard. Y'all just think I just pretend, yeah.
That's for all the people that never just believe. Cause I had a vision, and not about the sea. That's for all the people that never just believe. Cause I just had a vision, not about the sea. Что ж, друзья, по поводу изменений баланса, я считаю, что спамящие здания стали слабее в защите, но сильнее в атаке. Правда, это не касается надгробия. Надгробие вообще в целом стало лучше, на мой взгляд. По 20 скелетика спамить, это вообще круто, как бы. Гоблин с дротиками чуть сильнее, но не намного. Тем не менее, будет чаще использоваться. Спеллбейты в целом с разбойниками и гоблином с дротиками, я думаю, будут чаще появляться. Тесла стала чуть слабее, но, опять же, незначительно. Думаю, что это все еще очень хорошее защитное здание, с учетом нерфа еще спамящих зданий, так тем более. Клетка с гоблином стала слабее, особенно против Хога, и это серьезный нерв. То есть ее теперь надо ставить только в одну позицию. Это очень предсказуемо, это легче законтрить, и поэтому против Хога будет играть сложнее. Ледяной колдун, дополнительная механика, более универсальная карта, гораздо быстрее становится полезным теперь на поле боя. В общем, это прекрасно. Я считаю, что ледяной колдун возвращается в мету, и будет очень интересно им играть. Палач, чуть-чуть сильнее. Огненный дух, чуть-чуть слабее. В общем-то, все. Таран, кстати, еще сильнее чуть-чуть станет. Но, опять же, не критично. Такие изменения баланса, друзья, такие новости. Спасибо вам за просмотр. Жду вас на финале Clash Royale лиги. Всем пока. Кстати, комментарии пишите обязательно. Мнение о балансах, о балансе. Очень интересно будет почитать. И вообще о новостях. Ну, теперь точно пока. Все.